Всем привет, снова снимаю. Уже, по-моему, третье или четвертое видео по распаковку посылки с Авито. Вот что-то сейчас меня прет на мобилке именно старые. Не осуждайте, конечно, но мне это нравится. И что-то у меня сейчас, ну, как бы, бля, распаковка, сука, это как бы... Вот это впечатление эмоций, я даже не знаю, зачем это снимаю, но мне это интересно. Тем не менее, я купил... Можно сказать, легенду своего детства. Вы сейчас посмотрите на нее. Так, что за хуйня? Ну-ка. Это невъебенный пакет. Что же? Чем такой огромный-то? Блин, какой пакет. Ты что, пакет? А, я уже порвал. Пакет в пакете, лол. Это не реклама. Скотчем пахнет до сих пор. Да, я гений. И он тоже, сука, скоро замотан был. Это прикол уже. Ох, ёпт. Держу, сука, спустя... Снова... 6 лет. Этот телефон. И он тоже, походу, с не очень уж нормальным корпусом. У него тоже крышка. Нет. Опа. Это лучше из ретро. Нейтрализатор вредно электроизлучение. А люди же в это верили. Так, это Sony Ericsson K600. Есть легенда K700, есть легенда K500, но про K600 все забывают. Тем не менее, K610 все знают, а вот K600, именно K600. Ну, да, на это K600, я не знаю, в чем разница. Про все почему-то про него забывают. Тем не менее, эта легенда у меня была, можно сказать, в детстве, потому что... Мне как-то раз батя дарил Sony Ericsson K500, Samsung CH-E420, у которого еще подсветка экрана, и у него был... Ой, не подсветка экрана, а подсветка... Там у него, короче, цветок идет. То есть раскладушка, у него здесь цветок идет. Не цветок, я не знаю, как эти линии называются правильно. По-моему, это цветок... Короче, красивые красные линии. Вот телефон был черный, я помню. И прикольно очень светился. Правда, шлем был убитый, у него, короче, экран красный светился. Только красным. И изображение было. Данный же телефон у меня был в очень ужасном состоянии. Тем не менее, это получше. Рассказы, куда я его дел, я не буду. Очень стыдная история. Что-то здесь не то. По-моему, мой К600 обычно был совсем другой. У него, я помню, здесь было... Окошко и порта. Может, в этом разница, я не знаю. И аккумулятор, по-моему, был другой. И, кстати, аккумулятор К750. Это интересно. Крафтный. Какой год? Тут только написано, для каких он. Для проверки тоже берем легенду V595. У него точно такой же аккумулятор, как в К750. Как бы здесь стоит аккумулятор К750, как бы он все подходит. Он какой-то более квадратный, чем, по-моему, вздутый, чем оригинальный. Тем не менее, вставляю заряженный оригинальный аккумулятор.
И смотрим. Я не знаю, рабочий он или нет. Ой, ебать, синяя подсветка. У К500 она, кстати, красная. Ой, рыжая. Сиськи. Вот сиськи проглядывают. Такой стоит от 1000 далее. Цену говорить. Ну ладно, цену скажу как бы. Цена всего в 300 рублей. Не так уж много. Зато, блядь, если он через лет 10, ну, допустим, уже 5, потому что они начинают уже дорожать телефоны, как минимум. 10 максимум. Они начинают... Как бы, ну, логично их потом, может быть, продать дороже. Можно сказать, моя коллекция приобретает это... дороговизну. Причем я видел, на у меня чувак скидывал фотку одну. Там, короче, был точно такой же, только с моего города. Вот там чел не хотел везти в город. Типа, ехать ко мне, его завозить, перевозить. Все такое. Короче, ебанул систему закрытия, насколько до сих пор помню. Он, короче, вот таким вот защелком, из-за чего у меня корпус просто на том был растрескан. Фронтальная камера, кстати. Ну вот, включился. Почему анимации не было? Джойстик, кстати, выпирающий. Мастер настройки. А, ну это, короче. Когда джойстик. Влево, вправо, вверх. Вниз. Влево. Работает. Ну-ка, что сейчас? То есть работает. Tekken. Если был диск с Tekken 3. Tegus Opera. С ним еще и в интернете сидели. Видеовызов. Как Нектон-то послушать? А что мелодию заценить? Что там у него вообще было по мелодиям? Да, качество видео охуенно, особенно этот раз фокус. Ага. Почему сигнал громкость звонка один? Негр. Чем 11, я интересно. Чего громче не играет? Как я один поставил? А что ему может... А! Нихуя себе. Можно удавать таким образом. Ладно. Тоже вообще классно. А, у него еще и реакция есть на камеру. Ну-ка. У него еще вспышка есть. Светит. Ну-ка, еще порвал как-то сфоткать. Я подсветку включил. Ну, фоткать не очень. Хотя через камеру телефон кажется лучше. Ладно, на этом заканчиваю.